Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится устройство Motorola Moto E22. И сейчас я покажу вам, как заблокировать какой-либо номер на данном устройстве. Итак, для этого мы открываем приложение «Телефон», после чего нажимаем на три точки в правом верхнем углу. На три точки в правом верхнем углу и нажимаем «Настройки». Нажимаем «Заблокированные номера». Нажимаем «Добавить номер». И добавляем номер, который хотим заблокировать. И нажимаем «Заблокировать». И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал.